предыдущей серии фильма «Побег из деревни зомби». Проклятие. Это же та же самая деревня. По-моему, этого раньше здесь не было. Сбрей свои б***ские усы, они просто ужасные! Эй, Луиджи, да с такими б***скими усами ни одна баба не даст!
Хотя о чем я говорю? Наверное, ты то. Автор настолько монтажер от бога, что скорее всего тут вы ничего не поймете, поэтому давайте я объясню. Луиджи встретил двойника, а этот двойник объясняет ему, что до Луиджи тут уже были Луиджи, но они все погибли, вот. Нет, стой! Подожди, но если я не смог выбраться, то что же тогда было за это тело? Это тело, которое смогло выбраться тогда от взрыва. Понимаешь, Луиджи, ты попал в петлю времени. Конкретно в этом времени произошла война в Корее. Они сбросили ядерную бомбу. Большая часть оси уничтожена. Оставшаяся превратилась в пустошь, которую населяют мутанты. Я думаю, ты уже сталкивался с мутантами. Ну что ж. Тело, которое ты видел, также столкнулось с мутантами, но оно живет чуть меньше, чем ты сейчас. Если ты сможешь выбраться, не думаю, что на этом все закончится, но попытаться стоит. Вот дерьмо, у меня даже оружия нет. Увидимся через 20 лет, Луиджи. Твое время еще не пришло. Алло, Луиджи? Где-то рядом находится бункер эсэсовцев. Сейчас передам точные координаты. Thank you.
ゾンビの村から大脱走。